что добрый вечер. Поле сложное для обеих команд, но обе команды были в равных условиях, поэтому кто быстрее, так скажем, приноровился бы к нему, тот и получал определенное преимущество, да. Поэтому очень важно было играть структурно правильно, забирать подборы, единоборство не проигрывать, потому что очень много было вертикальной игры. Да, и поэтому здесь очень важно было не уступить. А те моменты, когда у нас были мяч внизу, и в принципе очень были хорошие моменты голевые в первом тайме, которые надо было реализовывать, и во втором были хорошие моменты, могли забивать побольше. Спасибо. Еще вопросы? Александр. Добрый вечер, Александр Рублев, Матч ТВ. Можно ли назвать, вот если одним словом, это лучший матч сезона, может быть, не по счету, но по игре это точно или нет? Ну, сегодня действительно в сравнении с другими матчами, наверное, были более целостно, были неплохие моменты в атаке. Но лучшим, наверное, не назову, потому что абсолютно уверен, что как только мы стабилизируемся и по качеству, и внутри, по составу, мы будем выглядеть намного лучше. Спасибо. Коллеги, еще вопросы? Нет вопросов. Коллеги, я хотел поздравить нашу команду с важной победой, поблагодарить ребят, потому что эта игра, эти три очка придали и придают нашей команде дополнительный импульс для движения вперед. Поэтому они большие молодцы, и надо двигаться дальше. Сейчас важная игра в кубке, которую необходимо правильно остановиться и подходить к ней, и заключительному матчу перед паузой на сборе.